Состоялось первое в этом году пленарное заседание Общественной палаты городского округа Люберцы. На встрече обсудили итоги работы комиссии по здравоохранению, а также ознакомились с ежегодным отчетом депутата Московской областной думы Игоря Каханова. Обо всем подробнее в сюжете моих коллег. С 24 по 29 января члены комиссии по здравоохранению Общественной палаты проводили мониторинг работы поликлинических отделений Люберецкой областной больницы. Они проверяли наличие на входе бесплатных масок, антисептиков и бесконтактной термометрии, а также обращали внимание на разделение потока пациентов с температурой. Увиденным общественники остались довольны. Наши объекты здравоохранения находятся в удовлетворительном состоянии. Подготовка, в принципе, хорошая. Я знаю, насколько тяжело работается сейчас с медиком. Я знаю, насколько сейчас тяжело как одной стороной, скажем так, со стороны здравоохранения, как и другой стороне, со стороны пациентов, больных. Поэтому, поскольку сейчас все-таки мы находимся все в одной такой сложной ситуации, наверное, нужно какое-то, чтобы выработалось понимание и взаимопонимание. Обсуждая вопросы здравоохранения, участники заседания остановились на теме оформления больничных родителей, которые вынуждены сидеть дома из-за карантина в детских садах. Я беседовал с замминистра, я со Светланой Игоревной Лазаревой беседовал, это один из вопросов, мы это обсудили. Значит, она мне пообещала отработать это с видообразованием, с учетом занятости врачей, найти ту грань, где можно это оперативно оформлять, не загружая дополнительно врачей, ну и, соответственно, делать плюс родителям, которые могут, ну, одним родителям мог, скажем, это все дело оформить. Также в ходе заседания депутат Московской областной думы Игорь Каханный отчитался перед членами Общественной палаты в проделанной за 2021 год работе. Он рассказал о задачах, которые выполняют парламентарии, реализованных проектах и поделился ближайшими рабочими планами. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.